Да, добрый день. Беспокоит вас Андрей Паук. Наш разговор записывается. Будьте добры, ответьте, будете ли вы записываться в территориальную оборону на случай войны? Не готов вам ответить. Ни о войне не говорить не готов. У вас личные ко мне вопросы, либо что-то беспокоит? Ну, нам, простым людям, что делать, если никто не готов записываться в территориальную оборону? Никто вам не сказал, что никто не готов записываться. Да. Еще раз скажите, Андрей, у вас есть какие-то вопросы ко мне? А вы специалист в какой сфере? Вы заместитель председателя по каким вопросам? По строительству. А, по строительству. А эти, есть ли в Шумилинском районе бомбоубежище? Я не готов с вами говорить на такие темы, Андрей. Если у вас есть какие-то проблемы, давайте задавайте вопрос. Если нет, проблемы у нас все общие. У нас война будет скоро. Всего хорошего вам.